В этом году услугами отдыха и оздоровления будет охвачено не менее 51 тысячи детей всех возрастных категорий. Из них 34 тысячи будут посещать лагеря дневного пребывания, 16 тысяч поедут в загородные места отдыха, а 30 детей смогут отправиться во всероссийские детские центры. Кроме того, уже сейчас было получено 460 заявок от детей из Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас идет активная подготовка лагерей к приему детей, начиная от проверки безопасности, заканчивая организацией досуга. Второй вопрос – это текущее состояние физической культуры и спорта, как организуется поддержка профессиональных спортсменов, как организуются вопросы физической культуры, соответственно, в различных учреждениях образования, спорта, соответственно, как осуществляется строительство и открытие новых объектов. Обсудили на заседании и молодежную политику, в частности, юридические основы патриотического воспитания, которые должны регулировать полномочия всех задействованных сторон и вопросы в области такого воспитания. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в правительстве региона.